Этот выпуск мы начинаем с инцидента, который произошел в городе. Сегодня утром на двух улицах Кирова и Кочергина сразу 7 дорожных знаков оказались покосившимися, а один полностью поваленным. Кому и зачем помешали указатели, непонятно. На безопасности дорожного движения это не сказалось, но городской администрации работы добавит. Знаки необходимо устанавливать заново. По данному факту городская администрация обратилась в полицию с просьбой найти злоумышленника. В свою очередь мы обращаемся к жителям города сообщить информацию о данном правонарушении по телефону 3-38-79. Чтобы обезопасить перекрестки улиц Кирово-Заречная, Кирово-Краснодарская и Кочергина-Революционная, на восстановление данных дорожных знаков потребуется порядка 15 тысяч рублей.